Многопрофильный лицей номер 20 и первая гимназия попали в список 200 лучших школ России. Рейтинг составили специалисты Федерального образовательного центра «Сириус». Топ-200 создали на основе объективных данных. Это участие школьников в олимпиадах, творческие успехи и победы в международных конкурсах. После того, как учебные заведения попали в число лучших, открылись и новые возможности. С этого года в школах будут проходить дополнительные углубленные занятия по математике и научные факультативы. Разработчик этой программы и ведущий преподаватель этой программы – это педагог высшей лиги, скажем так, научной. Это в основном педагоги высшего образования. Причем сейчас на нашей программе работают не только профессорско-преподавательский состав наших вузов, но и есть коллеги с Республики Татарстан, с города Москвы, с города Челябинска. Программа уже проходит экспертизу в образовательном центре «Сириус». К учебному процессу планируется привлечение ульяновских предприятий. Например, НПО «Марс» пригодится для практики в сфере IT. Многопрофильный лицей номер 20, как сказано ранее, специалисты «Сириуса» оценили высоко. В этой школе создана система работы с одаренными детьми. Например, лицеисты занимаются и с преподавателями университетов, чтобы научиться большему и как можно раньше определиться с призванием. Они активно участвуют в олимпиадном движении. То есть вот в этом году во Всероссийской олимпиаде школьников приняли участие 1491 ребенок. В муниципальном этапе 390 человек. И при этом 107 человек стали победителями и призерами. Владислав Крылов участвует в олимпиадах с 5 класса. Целеустремленный юноша выбрал химико-биологическое направление. Он и такие же активные ребята повлияли на репутацию лицея при составлении рейтинга. Я учу эти предметы, потому что они мне, естественно, нравятся и помогут в будущем поступить, если пройду на заключительный, поступить в нужный мне университет и на нужную мне специальность. Пока не знаю, рассматриваю несколько университетов. Поволжье, в Казанске, допустим, или, может быть, куда-то подальше, в Москву или в Петербург. Талантливым и эрудированным детям надо соответствовать. Углубленный обучающий курс от «Сириуса» входит и повышение квалификации для преподавателей. Виктория Чиркова, Марат Мигдиев, Улправда ТВ.